Международный форум пива 2018 объявляется открытым! Международный форум пива – это главное в России специализированное выставочное мероприятие пивной индустрии. На него съезжаются профессионалы пивоваренной отрасли со всего мира. Ежегодно Сочи становится профессиональной площадкой для презентации новых брендов. 27 лет в городе Сочи проходит это мероприятие, является пивной столицей нашей страны. Более 250 компаний из разных стран, из разных регионов нашей страны приезжают именно сюда для того, чтобы решать свои вопросы, для того, чтобы встретиться со своими поставщиками, клиентами, партнеров, найти новых, заключить договора, показать свои новейшие разработки, последние технологии. Сегодня между Союзом российских пивоваров и выставочной компанией «Соут Сочинские выставки» было подписано соглашение, в рамках которого и в дальнейшем Сочи станет местом встречи и профессиональных дискуссий для более чем 200 компаний-производителей пива, напитков, сырья, оборудования из всех регионов России, а также других стран. Мы на следующий год планируем также провести совместно выставку в Сочи. И наша обязанность, Союза – это наполнить выставку деловой программой. Мы традиционно проводим круглые столы, совещания, семинары, на которых обсуждаем текущие вопросы индустрии и способы их решения. Международный форум включает в себя и фестиваль «Море пива» в Сочи, выставку, это экспозиция с участием ведущих предприятий пивоваренной отрасли России, СНГ, Европы, Азии, Америки. Традиционное место встречи сочинцев, любителей пенного напитка. Состоится также дегустационный конкурс пива и безалкогольных напитков, конкурс сырья и оборудования. Форум пива продлится до 25 мая в гранд-отеле «Жемчужина». Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.